Гляш, как всегда, первый полез по капусте. Ну-ка, ты смотри, что здесь творится. Безобразие, безобразие. В саду или в огороде? Пукляш толстой попой застрял. Шел-шел и не дошел. Так, теперь Жулька полезла. И муха туда же, скажи. И я буду участвовать в общем процессе. Мечты сбываются у свинок. На большой куче еды. Так, там кролики. Ой, хотя выйти грызутся. Кролики пришли. Ну, что боитесь? Давайте. Веселая компания. Сейчас и кролики тут поучаствуют в общем веселье. Муха, ну ты чего? Не гоняй кроленька. Напомнит, как он на нее нападал. Поэтому сердится. А тут лягушки заговорили.
Что ты там хочешь? Там туда нельзя прыгать, там хомячки. Давайте высыплю. Кролик, иди кушать, тут много еды. Можно не только кушать, можно играться с листиками. Ну вот, этот Эдик присоединился. Теперь уже все свинки гуляют. И муха, наверное, чувствует себя свинкой. Тоже решила потусоваться. Тут кролик у меня под ногами кушает. Второй куда-то удрал смотреть на хомяков. Сейчас муха опять на него разозлится. Муха, не злись. Муха. Муха, ну что ты его гоняешь? Он же тебя не будет обижать. Муха тоже решила, что ей надо веточки покушать. Все едят, скажи, так интересно. Вдруг это что-то очень полезное. Муха, ты тоже будешь салат кушать? Так, Тедди начал... Муха! Тедди начал заводиться. Муха, ты зверь. Всех разогнала. Свинки пошли гулять. Кто куда?